Я человек тихий и не очень тихий. Когда я рассчитываю, что косметика будет работать, а она просто ничего не делает, то я закипаю праведным, а может быть не очень праведным гневом. Начну с ночной маски Лиоэль. Приятная текстура, нежно-голубого цвета. На этом все приятности заканчиваются. Совершенно не проникает в кожу, не сцепляется с ней. Обещает сайт-продавец, что она снимает следы усталости, прям стирает их. Но с чем вы уснули, с тем вы и проснулись. Отдушка также слишком далека от совершенства. В общем, нам такое ни к чему. Пенка для очищения кожи Eunil с алоэ. В этом бренде есть просто блистательного качества антивозрастные продукты. Например, линейка с женьшенем. Для сухой возрастной кожи, особенно если вы любите аюрведу, потому что это помимо отличного увлажняющего эффекта, еще и чудная отдушка эфирными маслами. Она вам очень бы понравилась. И стоимость такая бюджетная, посмотрите. Про эту линейку вообще никто не знает. А есть вот такое непотребство. Как будто они одну часть делают в Южной Корее, а вторую в Миндюкино. Хотите увидеть Сахару, но не можете туда поехать? Умойтесь этой пенкой и ехать никуда не придется. Вся Сахара будет на вашем лице. Сушит просто адски. И коллаген, наверное, для успокоения нашей души. Он в самом конце списка никакой роли не играет. Даже жирной коже не рекомендую. Для вас есть намного лучше. Крем для тела с медом Манука ДСМ. Я не знаю, почему словосочетание «мед манука» на мой мозг оказывает паралитическое действие. На самом деле это очень редкий ингредиент и растет только в двух местах. Причем это, как-то знаете, очень удаленные регионы даже от Кореи. Это Австралия и Новая Зеландия. Манука – это цветок. Его еще называют южноморский мирт. И знаете, что характерно? Он широко известен только в узких кругах, во-первых. Во-вторых, его основное качество – это борьба с воспалениями, что далеко от понятия увлажнения кожи. Примерно так же далеко, как Корея от Новой Зеландии или Австралии. И очень обидно, потому что это обалденная просто текстура. Очень такая хорошая, в меру плотная. Очень приятный, такой, знаете, тонкий, благородный, я бы сказала, похожий на Шанель, что ли, аромат. Но не увлажняет. Нанесли, впитался минут 10 и как будто ничего не наносили. Комментарий на Озоне. Плотный крем белого цвета. Неярко выраженный запах, впитывается без остатка, запах быстро проходит, о результате действия крема рано что-либо говорить, недавно приобрела. Хочется сказать, это же не ретинол, чтобы эффект был отсроченным. Все увлажняющие средства должны давать эффект увлажнения сразу после нанесения, держаться долго, улучшая в целом состояние кожи. Но это не тот случай однозначно. Aqua Petite Jelly BB Holika Holika. Они бы расширили название, я уверена в этом, просто им не хватило места на крышечке. Это вам на заметку, если слишком много используется в названии или в описании средства характеристик, то, скорее всего, это работать не будет вовсе. Потому что качественное народ быстро распознает, и именно это двигает продажи. А здесь расчет явно был иной, они сильно подстраховались. Ну, пристегните ремни, такой консистенции у тонального крема вы еще не видели. У свернувшегося молока видели, а у тонального нет. И цвет такой, как будто они моркови переели. Не распределяется, ерунда просто полная, да еще и сушит. Кто-то из них, видимо, плохо учил химию или технически ошибся, плеснул что-то не то. В общем, это сплошное недоразумение, а не биби. Зубная паста для курильщиков отбеливающая. Наверное, чтобы она хорошо заработала, надо начать курить. Но такие пасты убирают любой налет. У меня конкретно проблема с цветом зубов от чая и кофе, но паста локолют отбеливающая реально работает. Ну а это в сравнении с локолютом просто детский лепет. У меня вообще с корейской зубной пастой не складываются отношения. Сколько пробовала, все какая-то архаика и по текстуре, и по отдушке, и по эффективности. Если вы что-то нашли, прям вау, отбеливающую пасту, напишите, пожалуйста, в комментариях. Думаю, многим было бы полезно. Исследую секреты кожи кореянок. Знаю, что они любят рис во всех его ипостасях. И у меня есть просто уникальные средства с этим ингредиентом. Но, к сожалению, стоят они недешево. Я хотела найти что-то побюджетнее и пошла на iHerb. Skin Food – очищающие салфетки с рисом. Для ежедневного применения аж 80 штук. Что может быть лучше, чем рисовое очищение? Салфетка может мягко отшлифовывать кожу и усиливать работу риса. Но я не понимаю, как можно сухой салфеткой что-то очистить? Это изуверство какое-то. Запечатано было все как надо. Я могла бы подумать, что эссенция испарилась в случае нарушения упаковки. Но нет, с упаковкой все было в порядке. Но остальное не в порядке от слова совсем. Ну и пахнет как-то, знаете, нехорошо, прям фу. И еще одно рисовое недоразумение. Это маска от того же, кстати, бренда. Вообще эффекта ноль.
Если зайти на их страницу, все станет понятно. Мне кажется, они любят больше еду, чем косметику. Они просто не знают, что то, что мы едим, далеко не всегда годится для нанесения на кожу. Не, нанести там можно, только работать это не будет. Оно и не работает совсем. Совершенно нейтрального запаха. Ну вот, гранулки. Они, конечно, по идее что-то делают. Но когда вы все это смываете, вы не видите ничего. Восстанавливающая маска спа на сочке. Обещают питание, заживление ранок, размягчение огрубевшей кожи. Может быть, для молодежи это и сработает, ведь они считают загрубевшим то, что взрослым людям кажется вполне себе невинным. А вот настоящая загрубевшая этим носкам не поддается. Я знаю, крем за 200 рублей, сверху пакет полиэтиленовый, все это в шерстяной носок, через 20 минут ножки прям мягкие-прям мягкие. Если предварительно еще пошкурить, то вообще будут как у младенца. А это ну такое, еще и мокрое такое, неприятно. В общем, были надежды очень большие на вау-корейский эффект, но чудо не случилось. Хочу еще показать вам вот эту ночную маску с пептидами, в том числе относящимися к группе фактора роста от Коксир. Она до сих пор активно продается, вдруг вам кто-то добрый ее посоветует. А душка опять такое себе. Есть ночные маски намного эффективнее, поэтому конкретно эту не советую. Для тех, кто досмотрел мое видео до конца, хочу сказать, откуда у меня эта фраза «Я человек тихий и не очень тихий». Посмотрите, если еще не смотрели «Игры джентльменов». Отличный просто фильм, посоветуйте его как минимум своим мужьям. Том Хэнкс, блистательная работа. Картинка, юмор, вообще просто супер-супер шедевр. Обязательно посмотрите, будете меня благодарить. Вот это кино супер рейтинг. А вот все остальное сегодня это антирейтинг. Напишите, полезны ли вам такие видео и не против ли вы такой подачи материала. Ну и до новых встреч, всех целую, пока!